Сегодня в течение нескольких часов длился суд над депутатами Барнаульской гордумы, которые представили недостоверные сведения о доходах. В декабре прошлого года прокуратура Барнаула пожаловалась на коррупционный скандал в городской думе. По мнению надзорного ведомства, 14 депутатов представительного органа неверно составили декларации о доходах по итогам 2017 года. Они забыли указать в них все свои квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, парламентарии занижали размер реальной зарплаты как собственной, так и членов семей. В адрес Барнаульской думы прокуратура направила представление о том, что депутаты-нарушители должны лишиться мандатов, но реакции не последовало. Прокуратура направила иск в суд. Предварительное заседание прошло сегодня в здании Центрального районного суда Барнаула, где находился также наш корреспондент Илья Кочетков. На суде осматриваются дела 6 депутатов. Изначально процесс объявлялся публичным, открытым, но и сторона обвинения, и защита попросили суд удалить из зала прессу, сделав процесс закрытым, по сути. И объяснили тем, что в ходе заседания будут озвучены персональные данные депутатов и членов их семей. А публикация этих данных без согласия самих обладателей данных запрещена законом. Несмотря на то, что прокуратура заявляла о 14 нарушителях, в суде лишь шестеро. По всей вероятности, остальным каким-то образом удалось урегулировать ситуацию. Сегодня суд не вынес каких-либо конкретных решений, заседание перенесли на 6 февраля. Добавим, ранее недостоверные сведения о доходах выявили также у 17 из 30 депутатов Бийской гордумы.